Латашинский район. В центре леса небольшое болотце. Метров 150-200 в диаметре. Ни тропинок, ни подъездов к нему нет. Ломился сначала по старой просеке, потом просто напрямки. Можете меня поздравить, похоже, я нашел свое собственное болотце с клюквой. Сейчас середина сентября, и клюква какая-то еще не очень спелая. Вернусь сюда через 2 недели, может быть, как раз дожди пойдут, еще грибочков получится здесь пособирать. Красота здесь. Так неожиданно найти клюкву. И здесь, конечно, не сказать, что можно 200 литров насобирать и обогатиться, но... Для себя на зиму насобирать литров 5, 6, 7, 8, 9, 10, я думаю, вполне можно. Будет сюда у меня через 2 недели целая экспедиция за клюквой. Ой, красота. Помимо здесь еще кустики брусничника, черничника. И вот там вот при входе даже голубичник был, но уже ничего нету, а может быть и не было. Кустики мирта болотного.